Берем их. Подорожали. 89 стоит, ребят. Так, а это что такое? Смотрите. За $12. Это что? Это сушеные моллюски, что ли? Нифига себе. 30 калорий всего лишь. Блин, попробовать, что ли? А что еще у них здесь? Рыбка такая, анчоусы. За $15. Солененькие. Так. А это что такое? О, вот это вкусно. Вот это беру, девочки, мальчики. Да. Это такие маленькие рыбки. Соленые. Они у нас тоже продаются в русском магазине. Наши. Вот это вот вкусные. Видите? Они так вот на две части как бы разделены. Возьму, попробую. 12,49 стоит. Китайцы плохое не предложат. Да, ребят? Написано ready to eat. Ну, снэкс. Снэки. Так, что еще, ребят? А, попкорн же он просил, говорит, скидка сегодня. Так, взяла попкорн. Представляете, в прошлом году покупала вот это печенье, целую банку. Тоже повелась на скидку. В итоге выбросили. Да, вот так. Ой, ребят, сколько же народу сегодня. Очень много. К чему-то готовится. В общем, решила взять авокадо. Давно я уже не увлекалась. Стоит недорого. 5,69. И огурцы мне нужны. Ну что, ребят, приступим. Посмотрим, что я купила. На самом деле набрала. Да, но мне нужно было, потому что мы уже все съели, все израсходовали. О май гад. Потратила дофига, ребят. Ну, во-первых, паста зубная. То, что я вам говорила, моя любимая Крест. Взяла Нейтроджина гель, вы его уже знаете, нам он очень нравится. Жон, кстати, попросил, говорит, возьми. Ну, потому что запах приятный, ну и вообще у него аллергии от него нет. Ну, у меня тоже, кстати. Кондиционер для волос Пантин. Я его обожаю. Сегодня была скидка. Ну, вы видите, огурцы органические. И решила взять вот такие лепешки. Смотрите, ребят, выглядят неплохо. Написано Whole Wheat. То, что Джончик любит, можно всякие вкусненькие штучки крутить. С курицей, с фаршем, салатик можно туда, да? Я думаю, что прикольно, надо попробовать. Дальше, ребят, взяла спаржу и взяла зеленый, как это, green beans. Забыла, как переводится. А чё? Будем Джончика заставлять есть. Он, кстати, спаржу ест. Так что нормально. Я сегодня, когда уезжала, приготовила ему курицу на пару, знаете, такими кусочками. Туда немножечко риса и овощей напихала. И он съел. Говорит, да, понравилось. Я говорю, ну, отлично. Вот как раз это ты должен и есть. Так что, девочки, все хорошо. За питанием я слежу. Ну, иногда, конечно, позволяю я и себе, и им расслабиться. А так контролирую. Так, вот, один мешок получился. Это вы знаете, мои снеки любимые, тоже знаете. Сюда. Вот вам, пожалуйста, Нью-Йорк. Все снова в куртках. Такая ситуация. Мне на самом деле нравится вот этот свежий воздух после дождя. Это же вообще прелесть. Так, ребятки мои золотые, дальше фарш. Из индейки для Дэвида в основном беру, надолго его хватает. Ем, а потом раз и все, желание пропадает. Вот у вас такое бывает? Дальше, ребят, вот это средство от всяких разных лесных жителей, чтобы не ели мою малину, да, и не грызли мои салатики, помогает. Салатик и блубери. Кстати, сегодня блубери громадная. Смотрите, какая. Скулак. Представляете? Где вот они ее выращивают? Непонятно.
Так, ну пишут, что органик. Кто его знает? Наверное, яйца сюда тоже положу. Яйца, ребят. Туда же. Вот такой кусочек хороший. На $32. Представляете? Рыбка дорогая. И решила взять, ребят, говяжий фарш. Вот он так выглядит. Тоже органик. Вы знаете, я делаю себе котлетки. Ну и стараюсь до их доприучать. Так, сейчас мы сюда, ребят, будем вещи складывать. Так, разорву. Я веду курточку. Померяю, посмотрю. Если не маленькая, то оставлю. Мне кажется, отличная курточка вот как раз на сейчас. В школу самое оно. Супер, да? Легенькая, вся вот такая внутри, с сеточкой. Отлично. А что, футболочку, штанишки и пошел. Нормально. Девчонки, взяла себе на прогулке ходить вот такие штаны. Смотрите, симпатичные. Adidas, вот с такими полосками, вот с такими манжетами. Мне очень понравились. Вы знаете, мне так захотелось такую же курточку, но ничего похожего не нашла. В общем, даже не знаю. Буду под майку какую-нибудь носить. Посмотрим. Сегодня капец-капец. Сколько потратила? $412. Вот так. Ладно, поехали домой. Что-то Джун меня не видит. Заняты там с Дэвидом делами своими. Они желтые или белые? А, окей, I'm coming. Да, красота, девочки. Там целый ряд. В общем, скоро будем наслаждаться красотой такой. Так, Джон говорит, Дэвид меня ждет. Пошла я, ребят. А Джон будет все заносить. Да, пусть мой любимый муж работает. Ну вот, ребят, надо теперь это все раскладывать по местам. Видите, какая закупка после долгого отсутствия. Покажу. Вот такие красавчики жарятся. И маффины. Вот. Так вот вкусненько получается. Видите, ребят, вот нормальная курточка. Супер! Все-таки на 7 будет слишком большая. Видите, рукава достаточно длинные. Вот. Так что я думаю, отлично. Я это хочу. Вот, мы взяли из отеля. That's a green tea. Листики пустил наш подсолнух. Вот это да. Утром проверяли, ничего еще не было. Но был такой отросточек небольшой. Я смотрю, здесь тоже лезет что-то. Вот. А арбуз пока молчит. Ой, хорошо так, как на улице. Кто-то шашлык жарит. Запах такой идет. Я Джону сказала, давай на гриле приготовим твои гамбургеры. Он, нет, я устал. Ну, я его понимаю. Все-таки дорога была вчера, ребята, у нас очень длинная, тяжелая. 8 часов. Большие пробки, да. Вот, так что такие дела. Ладно, все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.